я Макс. Генри. Генри, за что тебя? Ограбление банка. Не двигаться! Я был ни при чем. Как тут живется? Кайф. Я перезвоню, а то мужика на дороге сбила. Ты цел? Что тебе нужно? Решил засудить? Нет. Супер. Ты явился в тюрьму просить меня помочь ограбить банк? Срок уже отмотал, пора и преступление совершить. Ты свободна после репетиции? Что? А чем ты раньше занимался? Вот из тюрьмы вышел. Вау! Есть подземный туннель от самого банка до театра. Хочешь обчистить банк, за ограбление которого уже отсидел? Да. Слушай, давай по старинке размахивай стволами. Никаких стволов. Почему? А вдруг кого-то ранит? Черт, какой же ты милый, Генри. Тот же самый банк. Символично. Хорошо, что я тебя сбила. Ты все ее рассказал? Да. Мы идем на дело, а о деле надо помалкивать. Так я для тебя прикрытие. Есть идея. Ты сыграешь Лопахина. Я же не актер. И не грабитель банков, но ведь полез, однако. Вот отсюда должно идти. От самого сердца. Я люблю тебя. Ты когда-нибудь любил? Покажи нам эту любовь. Она рвет тебя на части и вновь собирает воедино, как возносит к небесам и разбивает о землю. Мы же знали, что у нас ничего не получится. Я нет. Я не могу, ведь иначе придется ее бросить. Придется. Ты же грабишь банк, черт подери. Добро пожаловать на вечеринку, Брандо. Ребята, а вы не боитесь, что вас поймают? Я в беспроигрышной ситуации. Как это? Обожаю тюрьму.